с ним, с привязкой. Я так. Говорю, что привязываться плохо, это все. Хорошо. Все, заткнулись. Мы продолжаем. Извините, пожалуйста. Продолжаем нашу дискуссию по поводу нравственности в боевых искусствах, вообще в системе спорта, соревнований, такого некую, да, часть жизни человека, и вообще в обычной жизни. Нравственность. Значит, мы обсудили два момента, два эпизода из жизни. Олимпиада Рим, 60-й год, велогонка, и 84-й год, дзюдо. Ну, может, лучше что-нибудь практичное, да? Мне кажется. Это вот, ну, а вот из твоей, ты поступил так, а получилось вот так, не так, как ты хотел. Вот они, вот эти обиды, допустим, спортивные, ну, если мы спортивную тему разберем. Не, мы как бы боевые искусства, спорт, жизнь. Где? Или... Где-то грань? Нет. Ну, мы же про спорт, вот рамки задаешь, все дело в рамках, допустим. Если ты покупаешь квартиру, что ты покупаешь? Теоретически метры какие там ограничены. То есть ты пустоту покупаешь. То есть, ну, вот великая пустота. Ничего не понял. Подожди, мы сейчас о нравственности, а почему тут метры и пустота? А нравственность — это и есть рамки поведения. Понимаешь? Мы изучаем вот эти рамки. То есть, с одной стороны, это будет нравственно, а с другой стороны, может быть, безнравственно. То есть, какие установки, в каком обществе ты с детства впитал, те и будут понятия о нравственности. Мы опять в контексте от общего к частному, допустим, у нас одна, вот убийство плохо, а убить врага хорошо. Убийство безнравственно, а убийство врага — это геройство. Понимаешь? Одно и то же действие, а имеет разный смысл. Ну, так же, как ножик хирурга. Можно он и хлеб порезать, и человека вылечить, и человека разделать. И вы же не едите мясо, а можно мясо порезать. Значит, тогда надо четко расставлять приоритеты, где ты находишься и где использовать ту или иную... То есть... Степень твоей ответственности. Ну, закон ведический. Любое событие оценивается с точки зрения времени, места и обстоятельств. Да. То есть вот. Если ты на войне, все намного сложнее. Одно. То ты герой, да. Если ты мирный, значит, такие тогда. То ты сумасшедший. Ну, правильно же, ходишь и размахиваешь своим пистолетом налево, направо. Да, хочу так сказать, если кто-то все же смотрит наши рассуждения об искусстве, да, вы можете свои комментарии оставлять все-таки в наших видео там, да? Да. Вот, и высказать свою точку зрения на эту тему, тему нравственности, да? Просто я к чему, почему эту тему развил, хочу обсудить. И именно с точки зрения боевых искусств. Потому что в боевых искусствах, как таковых, она прослеживается в изучении боевых искусств различных, да, тем нравственности. Когда мы это используем, где, вот, ну, если мне не изменяет память, вот Рустем тоже скажет. Раньше, допустим, было такое понимание, как, допустим, говорили так, ну, тренер говорил так, что вот то, что ты здесь научился на тренировке, не используют как-то, да, там, на улице, просто так, да, чтобы, ну, там, не навредить. За деньги используют. Вот. То здесь такой момент. Вот. И поэтому хочется разобраться. И вот Рустема еще послушать. А что ты хочешь услышать? Да ладно. Да, давай, ты пока подумай, что он хочет. Влад хочет что-то. А я же все записываю, скажем так. Я не доверяю этим цифровым. И вот Роман про комментарии сказал, комментируйте. Я когда комментарии оставляю, допустим, я чувствую себя бездельником. Потому что, ну вот, кто это вот читает, слушает, комментирует, свое мнение какое-то высказывает. Бывает, высказывают, комментируют так, что их не просят они там все. Вот, ну, нравственность. Ну вот, про комментарии и нравственность. Я вот это связываю, что... Да что вы там, можно сказать, сидите тут, болтаете, бездельники там, туда-сюда. И то, что... Кто комментирует, я к чему про себя говорю, когда комментарии какие-то оставляю, я чувствую себя каким-то, как будто я бездельничал там. А с другой стороны, вот эти, да, кто в Ютубе, они говорят, чем больше комментариев, они говорят, им все равно какой. То есть рейтинг поднимается. Если, ну, совсем там плохой, то они его удаляют, скажем так. Да. Понимаешь, о чем? Но это с точки зрения, мы говорим, они сейчас просят. И меня тоже раздражает, когда там подпишитесь, поставьте на колокольчик, а твоя позиция мне прям близка просто. Ты делаешь для себя. И вообще, это такой кайф. Делать
для себя. И если кому-то это будет полезно, то ты будешь счастлив. Ты же мне сам сказал, что я это делаю, чтобы потом написать книгу. Значит, уже не для себя. Книгу для себя напишу. Пишешь. Потому что если постараешься для кого-то... Она станет бестселлером. Я заработаю много денег. И тебе не дам. Да. Вот это будет нравственность с моей стороны? Нет, нет. Он сейчас крючок нам такой, а мы его можем заглотить, наживку такую. Меня не интересуют твои деньги. Это 200 тираж книги, одна. Я получаю истинное удовольствие от общения. Если ты потом монетизируешь это общение, ну это уже... Это the best. Мы не против, да, пожалуйста. Еще один... Все-таки хочется, давайте еще что-то рассмотреть, какие-то сюжеты из жизни, которые мы можем привести в виде там, нравственного поведения человека в той или иной степени. Вот мы рассматривали в прошлый раз кодекс дзюдо. Да. Там есть дружба, уважение, честность, скромность и так далее. Это очень серьезная тема. Вот. И мне кажется, вот это все... И есть качества, которые в общем определяют как бы нравственность. Нет? То есть вот эти все качества человека, как дружелюбие, скромность, честность, они определяют, самоконтроль, вежливость, они определяют, вот, насколько человек развил себе эти качества, настолько он и нравственный. То есть если для него... Дружба ничего не значит, в принципе, да, для него, ну, есть друг, нет друг, сегодня друг, завтра не друг и так далее. Если он... Ценность, да, вот эти. Вот значит, что не хватает. Соответственно, получается, ему, он и становится безнравственным, да? Да нет. Вот, опять возвращаясь, допустим, к тем нашим примерам. Пример, там, велогонки и пример дзюдо. Где надо, может быть, окунуться в понимание того, обладали ли те люди, которые, да, теми качествами, которые подразумевают нравственность, насколько они были дружелюбны, ну, то есть, насколько они могли завязывать дружбу, насколько они были честны. Едет итальянец и говорит нашему: давай будем дружить, давай в эту Олимпиаду ты, пожалуйста, будь вторым, а я буду первым. А наш недружелюбный человек. А вот скажу тебе так, а ты знаешь, я вот сейчас о чем подумал. Я видел много репортажей с различных соревнований и так далее. И много есть в Ютьюбе таких сюжетов, где зачастую бывало так, что один человек бежит там впереди или что-то такое, перед самым финишем падает и не может дойти, а тот, кто бежал сзади, догоняет, в конце концов, его поднимает, и они вместе переходят эту линию. Потому что тот понимает, что тот упал... по ряду, может быть, обстоятельств, да, где-то там споткнулся. А если бы не упал, точно был бы первым. Да, если бы не упал, точно был бы. Но можно было бы, допустим, сделать так. Можно было бы, ну, то есть, можно было бы, упал, твои проблемы. Спорт, да, ты же вышел на дистанцию, а что ты упал, откуда мне, например. А можно было бы, допустим, тем же велосипедистом, да? Нет. Вместе. Взявшись, переехать одновременно. Нет, ты смешал все. А? Нет, он не упал, он начал радоваться раньше времени. Гоп сказал, пока не перепрыгнул. Ну, вот он был уверен, ну я понимаю, но мы сейчас не его рассматриваем, мы рассматриваем поступок второго. Нет, а тот упал, понимаешь, ты вот как бы хочешь нас запутать, но это тяжело. Не хочу запутать, хочу... Если я... Вот как мне потом, вот, если у меня чувство честности по отношению к себе отсутствует. Да. Отсутствует. Понимаешь? Не понял. Вот понятие честности, в первую очередь, наверное, все-таки это относится к себе. То есть, если я честен к себе, в первую очередь, то я буду честен и к другим. А не так, что будьте со мной честными, тогда я буду честен с вами. Это правильно. И, будьте со мной дружелюбнее, тогда я буду с вами дружелюбнее. Нет. Ты первичен. Да. Будьте со мной скромными, тогда я буду скромным. То есть это не совсем то. Так вот я говорю, если бы, допустим, да, вот тот же велосипедист,
ну, уже не будем называть фамилии, как бы зацикливаться, а то, если этот цивилист был бы честен себе, да, он бы сказал так, ну реально, реально я обманул. Я на самом деле обманул. Ну я же, мне же говорили, я понимал, что я соглашаюсь с этими условиями, понимаешь? Да, ну, ну, а вот разговор о том, что ты говоришь вот про дзюдо, да, когда ты выходишь, да, Ямасита понимал, что он выходит на поединок. Это Роман свое мнение сформировалось, его прям зубило мнение. Ну просто а вы молчите, приходится мне говорить. Давайте. Да, это, да, все правильно ты говоришь. А Ямасита знал, ну откуда мы знаем, кто там что договаривался там? Кто как о чем думал, у кого какой интерес, правильно? Рустам говорит, мы говорим о нравственности, а не об интересе. Уберите интерес, Или нельзя... И не будет нравственности тогда. Нет, уберите интерес, тогда будет нравственность. Да. Наоборот. Получается, нравственность... то есть должно быть, что первичнее? Интерес или нравственность? То есть, если есть интерес, то нравственность отходит на второй план. Понимаешь, если вот и все. Да, ты запихнул и все. Да. А если приоритет нравственность, тогда, да. тогда все Олимпийские игры это были бы шедевральные все кинопленки. Все бы смотрели, как другой поднимает другого, упавшего, да. как, условно говоря, один дает пощечину, и второй щеку подставляет. Боксы, да? Боксы, да. Это лучшее было просмотр в Ютьюбе. Ты первый меня бей, не ты, да? Я не могу тебя первый ударить. То есть тогда бы стартовала вся группа 100 велосипедистов, и 100 бы финишировала. Да, они бы сказали, а давайте сделаем красиво. Твой жизненный путь это в велоспорте всю жизнь. Давайте мы все 100 приедем первыми. Ну, я утрирую, да? И всем 100 золотых медалей. Ну, представляешь, на самом деле, какой бы значимый это было бы с точки зрения нравственности, поступки. Вообще, Олимпиада была бы возведена в ранг не того, что ты лучше других. А Олимпиада возведена в этот ранг быстрее, выше, сильнее. Вот и всего. Ну не сказано, там же не сказано, что быстрее, выше, сильнее вот этих всех. Все средства хороши. Понимаешь? А можно быть быстрее, выше, сильнее всем вместе. А там не сказано, что быстрее, выше, сильнее вместе. А я предлагаю сказать вместе. И предлагаю, чтобы это стало моментом... Влад, записывай письмо в оргкомитет Олимпийских игр. Международный Олимпийский комитет. Да, мы вместе победим. Да? Подожди. Это девиз Единой России. Да? Это уже все сделано. Уже все сделано. Да? Уже все работает. Вместе. Но, помните, мы недавно говорили, но одно дело декларировать, а другое дело... Исполнять. Понимаете? Да. Много чего мы декларируем, а по факту мы мало чего исполняем. Да. Понимаешь? И находим себя правильно. И вот здесь это насколько это нравственно. Да? Когда вот. Учитель декларирует, как говорится, здоровом теле, здоровый дух, а в то же время вне тренировки. Ну и что? Сидит курящий сейчас. Я курю! Ну и что? Ну и что? Дыхательное упражнение с отягощением. А вы немощные, как бы, даже мясо не можете поесть по-человечески. Воду защищается, воду почувствовал, защищается, оскорблять начинает. Поэтому пойду яичницу жарить. По пути к тебе мы с Рустемом подняли еще одну тему, которая напрямую касается нравственности. С таким термином, как чистая победа, которая означает не то, что я удушил к ядрине фене своего соперника, ну, знаешь, как чистая победа обозначает чистоту всех помыслов и вообще, ну, с этой, наверное, вот с этой хорошо. Не, чистая, да. И я опять не туда иду, потому что мы опять приводим к тому, что все-таки, выходя на соревнования, нас больше интересует, что на поединке. Победа. Когда нас интересует вот этот комплекс, как мы говорили, интерес. Интерес нас интересует. Интерес не к тому, к самому процессу поединка. Все правильно ты говоришь. Так, и нет, поэтому, да. Ты у нас, вот среди нас, наших сидящих здесь, ты больше к этому... Больше спортсмен. Больше спортсмен, понимаешь, относишься. Все правильно он говорит, да. Скажи мне, пожалуйста. Ну, для того, чтобы выигрывать чисто,
нужно иметь высокий уровень нравственности и понимать, осознавать. Вот, понимаешь? То есть мы сейчас сидим, нам всем как бы за 40. Да, мы как вот в той истории про Билл Гейтса я тебе рассказывал, да, что осознать что-то можно только оглядываясь назад. Угу. Вот мы как бы можем оглянуться назад и посмотреть и в своей жизни, и в других жизнях, как бы что нравственно, что безнравственно, там, да, оглядевшись, уже осмотревшись по этой жизни. А молодой парень, если, например, как бы находится в определенном настроении, да, прет, и как бы возникает такая пограничащая ситуация, он еще не обдумывал это все, он не обдумывал там, что это будет более нравственно или менее нравственно, его поступок, его задача выиграть там, допустим. И он как бы поступает, исходя из своего умонастроения, своих задач, которые он ставит. А потом в жизни, например, в 40 лет ему исполнится, и он скажет, а вот как-то я здесь немножечко поступил не совсем нравственно. Была бы у меня вторая попытка, я бы уже сказал бы, что все-таки нравственность более стоит приоритетнее в этой жизни, чем победа. Понимаешь? И поэтому здесь, вот, мне кажется, мы сейчас вот, уже заканчиваем, да, вот этот блок. Только начинаем. Мне кажется, вот очень важно, раз здесь собрались люди, которые пытаются тренировать других людей. Почему пытаются? Да, тренируют. Здесь очень важно подойти к тренировочному процессу. Да, то есть, если в нашем жизненном пути, как говорится, и у большинства, наверное, спортсменов, мало как бы времени на то, чтобы осознать такие вещи, да, фокус на них не ставится, может быть, в нашем тренировочном процессе выстраивать его так, чтобы вот вопросы нравственности, они были такими же, как говорится, важными, как вопросы техники, выносливости, силы, скорости и так далее. Как физические характеристики, выводить вопросы как бы вот второго на сегодняшний день везде порядка, да, вопросы нравственности, вводить в тот же, в первый уровень, как бы, чтобы они были такими же, скажем, важными для спортсмена, как и вопросы победы. Да, и вот я как бы назвал свой чат, где ребята в WhatsApp, там, да, которые у меня тренируются, и хотел секцию назвать, но потом не стал называть, потому что ну, название именно «Чистая победа». То есть именно как... А как по-английски «чистая»? Ну, net victory. Там. Net victory – победа, да, а чистая – net? Да, чистая. Вот, если... Как нет, плохо. Нет. Чистая работа, да? Net. Чистая, да? Да. Отлично. И смотри, если мы берем, смешивать хорошо, но если мы смешиваем, вот, просто послушайте, вот, английские слова, там окей, там окейюшки, ну вот этот Задорнов любил эту тему прокачивать. Если бы назвал «чистая победа», а слово «чистое» заменил на английское, смысл, мы про смысл сейчас говорим, про нравственность. Угу. Скажи, как бы звучало это? Нет победы. Понимаешь, иногда... Нет, это даже совпал, потому что у «чистой» есть еще разные синонимы. Может быть, я не знаю, как ты сказал, я так услышал. Нет, ну понятно, да, но нет я даже об этом не задумывался. А теперь давай посмотрим. А теперь задумаемся так. Нет победы. То есть это наоборот и есть самая нравственность, где ты, твоя, у тебя нету вот этой задачи быть выше. Задачи быть выше, побеждать. Да. Понимаешь? Вот, видишь, мы до чего докопались. Может быть, слушай, а вот интересно. Такое посмотрел из этой. Мы сделаем сейчас паузу. Нет, подожди. Я это все записал, это не только пошло все. Ну вот это пошло, давай мы сделаем после. Согласен. Захода. А вдруг ты забудешь? Нет. А ты не забудешь, потому что ты записал. Да. Да? Да, и да, я тоже запишу пример твой. У меня потому что есть одна такая. Тоже привычка. Мне, пожалуйста, дай записать. Я тоже всегда записываю. Да? Да. Это важная привычка, уважаемые смотрители. Да. Почему записывать? Записывая это мы делаем это таким образом. Фиксируем. Фиксируем некие, да, поэтому записывайте все. Инсайты свои. Когда придет время писать мемуары, у вас будет что писать. А так не вспомнишь ничего. А так ничего не вспомнишь. Да. Поэтому мы записываем видео и записываем еще и на бумаге. И сожжем это все. Да, не забудь забрать, а бумагу. Кстати, реклама какой-то партии непонятно.